Всем привет, это канал Туманов Плей. И мы играем в игру NEC. С вами Владимир, ребята. И это огромный NEC. И глава называется «Преобладающие силы». Смотри, какой я здоровый. По отношению к этому маленькому, огромнейшему гоблину. Капец. Просто гигант. Мы забрали у них кучу реликтов. Можете посмотреть в предыдущей серии. И стали огромным неком. Так, идем дальше. Крушить все. Давай, подходи. Эй, падай там вниз сразу, быстро. Все, рубим. Кто еще подойдет со мной побороться? Может, у меня и дома получится крушить. Но вот точно вот эти вот постройки их небольшие, они все... Да хорош, вы это все для меня. Они даже ничего со мной не могут сделать. Для меня даже их удары не действуют на меня. Просто... Я еще больше вырос, прикинь. Еще подрос. Может быть, я смогу сломить еще что-то покрупнее. Вот так мне нравится играть, ребята. Бегать огромным таким неком. Даже танк мне... О, не-не-не-не-не, подожди. Я думал, танк мне пофиг. Но на самом деле нет. Но мы сможем сокрушить танк, я думаю. Быстрее, квадрат надо было взять. Я его куда-то выкинул, прикинь. Я его просто выкинул, танк. Ладно, хорошо получается. Давай, еще надо. Еще надо реликтов побольше. Только куда мне сейчас двигаться надо? Еще прыгнуть, наверное, вниз туда. Вон он, этот гоблин. Я за ним бегу уже, как давно уже бегу. Он все сматывается от меня. Ну! Эй, мелкотня, попадали все быстро отсюда. Бах! О, смотри, секретка была огромная, просто огромная дыра была, секретка. Янтаря за то, сколько я набрал. Я просто дырку огромную проделал там. Танк. Смотри. Бам-бам-бам-бам. Нету танка. Все. Выкинул танк. Надо было в него швырнуть. Все, гоблины просто отлетают. Им шансов здесь нету. Никаких у них вариантов. Просто быстро я их луплю. Идем. Идем вперед. Только я теперь не знаю, как секретка выглядит, потому что, ну, там огромный камень я разворотил, и что-то открылось. Ну, иди сюда, чё ты? Боишься, да? А я тебя теперь уже не боюсь, понял? Раньше когда-то боялся, когда маленьким неком бегал. Теперь я огромный парень, так что все. Ребята, теперь всем здесь хана будет. Подходи, кто сможет. Кто сможет и не побоится со мной. Опа, что это за танк такой крутой? Ну-ка, давай, ты не успеешь развернуться, я сейчас тебя сразу... Ой-ой-ой-ой, жизни, 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 он меня, смотри, прессует. Надо сбоку заходить. Все. Надо выкинуть этот танк. Куда швырнем? Подожди, я потащил танк с собой. Вон там подлечиться можно дальше. Все, выкинул. Мне кажется, я еще вырос. Янтарь заберем. Супер удар готов. Так что можно будет еще и супер ударом бить. Я мало того, что я огромный такой, еще супер ударом могу ударить. Все, роботы все вообще боятся. А вот наши, смотри. Наших окружают. Сейчас я приду. Док, держись. Эй, гоблины, это я иду. Слышите, стучит. Это мои ноги стучат по земле, понял? Давай, кто на меня? Это подмога! Конечно, подмога, ты как думал? Танки только так улетают, смотри, только надо... Бегите на лестницу! Быстро! Бегите, ребята, отсюда, бегите, пока я вам помогаю. Бам! Подожди, подожди, он что-то сейчас стрелять будет, походу. Надо отойти. Ай, ну и пусть стреляет, я их сейчас... А, не-не-не, больно, больно. Да как так-то, а? Подожди, надо расправиться. С этим танком я расправился, я его сейчас швырну в этот большой танк. По-моему, получилось все. Ой-ой-ой, сейчас стрельнет. Бам! Сейчас я зайду сзади. А, он броню включает, когда все плохо. На!
Самый огромный танк я разворотил. Еще подмога едет к ним. Ну нате, держите, я сейчас вас как раз... А, нет, уже он исчез куда-то. Я хотел швырнуть. Давай-ка секрет... Это, не секретку, суперудар. Два танка разворотил, по-моему, да? Ну-ка, давай я сейчас оббегу. Все нормально. Вот, держи. Бам! Одним танком вышибаю другой. Все, этот тоже сломался, да? Все, его можно тоже использовать. Сундук, ребята. Забираем, смотрим. Деталь двойного аккумулятора. Нек может накопить в два раза больше энергии янтаря, наносить более мощный удар. Это у нас есть такая уже одна. Теперь вторая, нормально. Забираем, конечно. Танк исчез уже. Янтаря давай мне побольше. Хорошо, хоть большие янтари здесь положили. Сразу почти накопили. Но мне надо восстановить жизни. Но я думаю, что сейчас здесь где-то будет аптечка. Но после того, как я расправлюсь с этим танчиком. А, он не туда уехал, все. Ломаем. Кидаем и разрушаем, ребята. Все получается, все отлично. Огромный янтарь просто. Супер удар готов. Можем еще кого-нибудь нахлобучить. Сейчас, если кто-то появится, если много их будет. А, вот. Надо попробовать еще что-нибудь разрушить. Надо мне жизни побольше. Ну-ка, реликты есть? Вот, хорошо, но это мало. Так, ну с такими, я думаю, можно просто справиться. Бам, и все. Че тут делов-то? Все падает, вообще уже здание просто рушится даже подо мной. От моих ударов все разлетается. И это очень радует. Я еще больше становлюсь. Линия еще выросла, но жизни надо еще восполнить. Рушим все. Так. Несколько танков, но... Ай-яй-яй-яй-яй, больно. Вот это было больно. Тормозим танк. Кидаем танк. Есть, этого вынесли. Вот с этим опасно. Ай. Да хорош. Жизни мало. Жизни мало. Ну-ка, может, здесь жизни есть. А если попадет по мне, будет больно? Будет очень больно. Ладно, начинаем еще раз. Этот мимо, как всегда, проехал. Все, ну теперь мы знаем, куда идти, поэтому быстро продвигаемся и идем к тем танкам. Мы сейчас еще янтаря накопим. Мне кажется, можно уже суперудар будет там использовать. Когда будет куча этих, большой танк там, поменьше этот. Ну и жизни, в принципе, у меня сейчас полная линия, полный вагон, так сказать. Погнали. Они уже боятся меня, я вообще супер огромный стал. Мне кажется, любой испугается просто. Вот сейчас супер удар можно. На! Всех положил, нет? Нет, как так, не всех? Берем танк. Да бери танк быстрей. Да хорош, ты что делаешь-то? Хватай. Кидай. Подходи. Да не. Надо подпрыгнуть, наверное. Какой-то вообще дерзкий этот танк, все. Психанул, выкинул его. Ладно, янтаря еще насобираем, но... Вот это что такое? Ну-ка, подожди-ка, дай гляну. А, ну нам сюда и надо, наверное, да. Давай проходим, нам ничего... Ох ты, камни решили кидать. Слушай, они меня сильно очень бьют. Ладно, поговорим с вами по-другому. Кто там скинул? Ну-ка, выходи. У меня жизни прям чуть-чуть осталось. Опа, секретка. Нормально, чуть-чуть восстановили. Наверх. Опять танки.
Да что такое-то, а? Ну! Так, где начинаем? Где мы начинаем? Нормально, зато с полной жизнью. Идем к танкам напрямую. А, опять секретка, секретка, ребята. Не забываем забирать. Ну, хотя у меня... А, я подрос еще, прикинь. Чуть-чуть подрос. Куда уже больше-то? Он еще огромнее становится, что ли? Ну, давай. Еще танк. На тебе. Кому еще швырнуть? Все собираем. Так, это была секретка или что? Спускаемся. Сундук, правда, секретная комната. Вот это хорошо, рубиновый этот реликт. Но надо еще их 13 штук. Ну ничего, ничего, набираем, мы потом силу увеличим ему. Нек, а вообще огромный стал нек. Так, с какого танка начнем-то? Тихо, 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 тихо. Давай с маленького, чтобы швырнуть его. Ну и потом на большой... Ах ты! Все, сломали большой танк. Еще куда? Осматриваем территорию. Ну-ка, может быть, что-то интересное здесь есть. Ничего. Здесь пока ничего. Эти здания точно не рушатся, но вон зато есть... Реликты собираем все. Еще больше стал. Пошли в горы, мы уже это, ростом с гору скоро станем. Так, наша братва идет. Аккуратно, ребята! Все. Пацана чуть не завалило. Ай, держи, у тебя что-то выпало там. Нет, я не могу. Все, ушел вниз. Как так? Это я спас? Вот вы где. Вот так. Увидимся наверху. Спасибо за помощь, Нек. Да ладно, проблем-то что, делов-то. Я еще больше, я скоро как гора буду. Ну давай. Кто из вас? А, этот недалеко, кстати, стреляет. Во, давай сюда подходи. Ой-ой-ой, больно ты про меня пробуравил прям. А как так-то, а? Так, надо теперь аптечку опять искать. Все падает уже, все рушится. Скоро вообще будут дома падать. Самые огромные. И смотри, янтаря какого большого нам положили теперь. Проходим дальше. Мы уже на самой вершине горы, по-моему, да? Забрались. Ладно, давай. О, я здесь знаю, что будем делать. Супер удар, ребята. Бамс. Что, все еще живы, да? Но это ненадолго, сейчас поправим, ребят. На, ух ты. Вот это плохо. Это очень плохо. Давай-ка с этим разберемся, с маленьким. Маленький. Мы с тобой сейчас разберемся. Держ... Да как так-то, а? Ну-ка. Стой, 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 жизни-то чуть-чуть осталось. Отбегу чуть-чуть в сторону. На, последний удар. Бамс. Здесь, конечно, аптечка есть, но это очень мало. Ну ладно. Янтаря набрали, идем дальше. Я большой дядька. Большой дядька, которому все пофиг. А начинали мы совсем с маленького, да? Развитие в лаборатории, там мелкий бегал. Так, ну давай, что вы, ребят? Даже... Опа, танки выехали. А это плохо. Два вот этих крупных танка, это очень плохо. Янтарь. Удар. Попал. Но это мало, еще добить надо. Добьем одного, вот этого добили. Сейчас берем. Берем его, быстрее, хватай. Швыряй. Попал. По-моему, все. По-моему, попал. Он развалился. Все, берем аптечку, идем. А, стоп, секреток нету. Ну-ка. Ну я не знаю, насколько, какая должна быть уже секретка, если уже тут он такой огромный.
Все, восстановились все жизни. Слышь ты, спрятался. А, ничего себе. Но вот этот полностью мой. А вот это, ребята, плохо. Смотрите, какой он огромный. Неожиданно. Надеюсь, он крепче, чем кажется. Иначе это будет короткий бой. Ты куда помчался? Готовься к поражению. Так, но он стреляет. Так, давай попробуем что-нибудь разбить. Или лучше не стоит бить, пусть это будет нашей защитой. Ближе, если посмеешь. Тихо, увернуться. Не, ну он сильно бьет. Уворачиваемся. Мне надо реально ближе подойти к нему. Ай, хорош, он меня с одного удара вынес просто. Готовься к поражению. Ладно, надо, значит, пробить себе вход. Вход к нему. Вернусь сейчас. Увернулся, но теперь надо как-то добраться до него. Подойди ближе. Давай. Посмеешь. Я подойду, но тогда ты ляжешь, понял? Ты меня понял? Есть. Мне кажется, я попал хорошенечко по нему. Беги отсюда. Он опять повалил. А, он на другую сторону перешел. Со мной покончено? Подумай еще. Ого, сколько их много. Подпрыгиваем. Надо подпрыгивать. В принципе, да, можно перепрыгнуть их. Сейчас стрельнет. Есть. Надо ближе подойти. Вот мой выход сейчас. Нормально будет. Давай, попадаем по нему. Еще разок. Все четко, нормально, все. Давай вали отсюда. Либо падай уже. Ага, он собрался ездить туда-сюда, что ли. Еще и летающий, ничего себе. И это все, что ты можешь? Ну давай посмотрим, на что ты теперь способен. Он бомбы какие-то раскидал, да? Ну а как мне теперь до него допрыгнуть-то? Или я смогу сбить с него все это? Получи! Тихо-тихо, янтарем-то мне бы хотя бы... Янтаря, может быть, взять, его рубануть суперударом. Ну-ка, давай. Есть, есть янтарь, ну-ка. А, можно хватать эту бомбу, прикинь. Бомбу кидай, давай. Я тебе обратно сейчас кину. Ну, давай, янтарь сначала. Есть. Стой, стой, стой. Давай в следующий раз, когда бомба будет. Потому что сейчас опасно. Да как так-то, а? Ладно, я понял, надо бомбой с ним бороться. Опять все сначала. Давай, стреляй. Мне, в принципе, просто разочек добраться до него надо. Он когда стреляет, нормально вот так, можно с ним. Можно с ним бороться. Давай, иди сюда. Да как так-то, а? Все, лети туда. Сейчас я до тебя доберусь. Еще. Опачки. Получи. Да как так-то он мне тащил? Я же вроде подошел аккуратно к нему. Ну давай, теперь здесь пошли. Надо бомбу в него швырнуть. В его же бомбу. Это все, что ты можешь. Кидай сюда, быстрей. Кидай ему. Бам. Еще надо. Давай еще кидай. Ай-яй-яй-яй-яй, на маленькую нарвался. Блин, вот это мешается мне, надо разбить. На. Все, четко три раза попал. Да когда же ты уже упадешь-то, а? Хочешь силы? Я покажу. Что тебе в этот раз? Ай, он смотри, что делает, а, попал в меня. Готовься. Опять все сначала.
Ладно, надо экономить жизни. Потому что... Ну вот это все сразу надо разворотить, оно все мешается, если честно. Все это ненужные дрова. Сколько раз я... Потому что... Да как так-то, а? Готовься к поражению! Давай без поражения будем выигрывать тебя наоборот. Увернись! Я-то увернусь, давай сюда иди. Подойди ближе, если посмеешь. Да почему? Ну я же уворачивался от него. Готовься к поражению! Ладно, понял, надо... Второй раз аккуратно с ним, когда он стреляет, аккуратно сразу пытаться увернуться. Здесь-то ладно, еще подсказка есть, типа. Оп, и то никакой подсказки, он меня просто поломал. Так, еще раз. Давай, стреляй. Увернулся. Да как, я же увернулся, ну что такое-то, а? Мощный он, конечно. Так, все, иди сюда. Увернулся. Сейчас еще будет стрелять. Вот, нацеливайся. Увернулся. Сейчас я ближе подойду. Стой. Иди сюда. Увернулся. Ну, опасно так, конечно. Нормально, в этот раз без потери жизни. Давай иди на ту сторону уже. Думаешь, со мной покончено? Подумай еще! Янтаря насобирали много, кстати. Ну-ка, может, янтаря ему шарахнуть? Попал, но что-то... Смысла от этого я не вижу, надо все равно его бить. Увернулся, давай, я к тебе сейчас подойду. Готов. Вот все, в этот раз четко. Лети туда к себе, обратно. Теперь бомбами закидывать. Три раза надо закинуть. И это все, что ты можешь? Да давай, легко. Раз. Ну ладно, к этой уже не рискну. По одному разу попал. Давай бомбу сюда. Раз, бомба. Попал. Еще разочек. Ай, блин, меня зацепило. Получи. На. А чё, почему я уже три раза же попал? Ну на, еще разок. Сколько в тебя надо попасть-то, я не пойму. Вот, нормально. А дальше что, он начинает закидывать, получается, какими-то штуками. Ну, можно сейчас янтарь еще использовать. Хочешь давай. Силы? На, держи. Я покажу тебе силу. Быстрее перепрыгиваем. Надо к нему просто идти быстрее, мне кажется. А, он сейчас стрельнет. Увернулся. Быстрее до него. Ну, давай, руби его. Последнее издыхание его. Время. С этим. Все, хорош, ну покончить надо с ним уже. Наконец-то. Нек самый крутой. А чё я развалился-то? Эй. Так-то лучше. А чё я маленький, зачем мне? Зачем я маленький стал? Порядок восстановлен. Теперь пора вернуться к более важным делам. Порядок! Какой порядок? Вы изгнали нас из всех наших городов в пустыню. И мы должны навеки поселиться там. Типичный гоблин живет только в прошлом. Не будем выяснять, кто первый напал на чужие города. Итак, откуда вы взяли оружие? Гандахар изготовил его. И где нам найти этого Гандахара? Не скажу. Он страшный. Но Гандахар еще страшней. Райдер,
Что думаешь? Я неплохо знаю гоблинов. Думаю, ему не понравится в такой тесноте. Подождем еще немного, и он сам расскажет все, что мы хотим знать. Что за... Чё, пацана, пусти! А куда он потащил его? Я приглашаю вас в гости, доктор. До встречи. Я говорю, этот предприниматель, что-то он какой-то гнилой. Я останусь с вождем, побеседую с ним. Ступайте, верните моего племянника. Приз получен, значок вождя. Дворец Виктора. Нифига себе у него дворец. Здравствуйте, доктор. Рады вас видеть. Прошу сюда. Виктор примет вас. Трудно поверить, что он уничтожил 20 лучших роботов. Поверьте, Катрина, он очень опасен. Виктор, зачем вы похитили моего помощника? Не устраивайте сцен, доктор. Я лишь прокатил его на своем флайере. Хотел привлечь ваше внимание. А посреди леса это сделать сложновато. А как же наша миссия? Мы должны были помочь несчастным людям. Выяснить, откуда пришли гоблины, предотвратить новые нападения и жертвы. Я вызывался добровольно. Потратил свое время. Если вас это волнует, можете выследить остальных гоблинов и уничтожить их. Но сейчас я работаю над кое-чем более интересным. Взгляните. Да, именно так. Реликт весом более тонны. Да, его не должно существовать, однако он прямо перед вами. Где вы его нашли? Его? У меня десятки таких штук. Мы находимся на пороге нового витка эволюции человека. И мощь этих реликтов станет ее движущей силой. И для следующего шага мне нужен Нек. Нек? При чем здесь Нек? Нек — это ключ. Короче, мне нужен ваш питомец. Причем без всяческих выкрутасов. Не стоит вырастать и хулиганить. Не стоит разрушать все вокруг. Что он делал? Бежим! Побег, ребята, это будет в следующей главе. В следующей серии. Поэтому всем спасибо за просмотр, поставьте лайк видео и подпишитесь на канал, кто не подписан. И побежим, побежим. Всем удачи, всем пока.